Всем привет, это канал Туманов Плей, с вами Владимир, и мы играем в Uncharted 4, ребята. Адово место называется, вот это место называется Адово. Я в тюрьме. Эй, а можно мне хоть душ принять? Заткнись. Есть sobre la reserva que encontraron en la celda de Molina? Утречка? Или уже вечер? Тут ведь трудно понять. Эй, придурок, давай наверх. Да иду, иду. Вывожу заключенного. Открыть ворота. Куда меня повели-то? А, ну я здесь сидел. Я, короче, сидел в одиночной камере. Меня за драку посадили сюда. Ярко и влажно. Аж в глазах рябит, видишь, из-за света. Эй, гринго! И что ты сделал, Густаво? Tengo un cuchillo que tiene tu nombre. Что ты машешь руками, слышишь? Cuando regreses. Déjanoslo nosotros. Nos encargamos de él. Дерзкие типы. Прочь оттуда, выродки. Эй, эй. Танкилисаты. Да у тебя есть фанаты. А, восторженная публика. Угу. Очень они по мне соскучились, эти ребята. Пошел. Открыть ворота. А он не lo llevas? Es una sorpresa. Diviértete. Я немного знаю испанский. Говорят на испанском. Стоп, что ты сказал? Скоро все узнаешь. Te lo advertí. ¿Lo escuchaste? Куда вы меня ведете, ребята, а? Там чувака прессуют дубиной. Ты мне тоже собрался, что ли? Этот поручик. Bien. Может, не надо, ребята? Может. Эй, вы что делаете? Отпусти его. Да куда ты толкаешь меня? А куда меня ведут? Там крысы, смотри, огромные бегают. Куда идти-то? Откуда ты меня толкаешь? Ты мне новую камеру нашел, что ли, а? Нет, не сюда. Не сюда, показывай куда. Ребята, в какой-то подвал он меня хочет опустить. Да, ничего подозрительного. Это же... Вон, крысы побежали. Да? Влево. Эй, надзиратель, ты чё там? Он идет за мной, ребята. Да, я понял. Я понял, что мне от него никуда не скрыться и не деться. Мне просто приходится идти. Сюда. Сюда? Сюда, пошли сюда тогда. А там солнышко светит. Так, куда-то он меня притащил. Что ему надо от меня? Пришли. Хорошо. Ты наручники снимешь? Хочу в долю. Что? Какую на долю? Все, ты о чем? Ты там найдешь. Хочу в долю. Ну, знаешь, твоя задача была дать нам зайти и выйти, и все. И все? Да я ради вас своей шкурой рискую. Да, и Рейв тебе за это очень хорошо платит. Да. Хорошо, но мало. Тебе говорили не открывать. Да, мне также говорили не брать взятки. Не водить сюда никого. И не бить заключенных. И тем не менее. Давай поосторожнее. Этой бумажке 300 лет. Я служил в команде капитана Генри Эвери. Знаешь, кто это? Это пират. Пират, который взял самую большую добычу в истории и унес с ней ноги. Я почитал. Молодец. Больше может... 400 миллионов долларов в золоте и камнях. И все с одного корабля. С Ганки Савай. Да. Да, я в курсе истории. Давай, к делу. Так, так. Я сижу на самом верху испанской тюрьмы. А, вот. Уповаю, что однажды кто-нибудь придет в это адово место, примет мой крест и отыщет райские богатства. Ну, что ты хочешь?
Райские богатства? Долю хочет он, чё ещё? Это метафора. Не-не-не-не-не-не. Вы с дружками купили себе пропуск в это адово место не ради одной метафоры. Хочу в долю. Ладно, сделаем так. Я обыщу камеру. Если 300 лет спустя там еще осталось что-то ценное, обсудишь вопрос с Рейфом. Давай уже. Все, жди здесь, я пошел камеру обыскивать. Письмо только дай. Por favor. Как ты туда заберешься? Легко. Ручками. А ручками. Может, вообще, ты полезешь. Ты же хочешь в долю. Шею не сверни. Ага. Постараюсь. Принес, что я просил? Да. Спрятал прямо здесь. Под столом. У ящиков. Где показывать? Спасибо. Так, а чё я у него просил? Ну-ка, давай, пошли. Нам надо пробраться в этот замок. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Куда? Ну, вот так, оп. Вот, расплюнуть. Нормально всё. Под столом у ящиков. Где? А, вот под столом, он мне что-то принес. Ну-ка. Я его просил о чем? Да. Вот мы и в деле. Веревка. Веревка нам пригодится, ребята. Без нее, похоже, никуда. Смотри. Уже где-то здесь она пригождается. Да, или нифига. Ну-ка, давай поищем, куда идти еще. Как залезть? Ну вот сюда, я думаю, веревку надо швырнуть. А, вот, все получится. Ну-ка, давай. Кидай. Да как нет-то, а? Или не в веревке здесь дело? Погоди, куда ты... Супер. Зашибенно просто я шлепнулся вниз. Так. У меня еще нету веревки здесь получается. А, я нашел. Нашел, ребята, вот здесь колодец какой-то. Все, значит, нам надо вниз туда спускаться. Так, забираем веревку. Бинго. Вот мы и в деле. Всего лишь надо вниз, не надо никуда прыгать. А, подожди, там что-то было. Стой, здесь был треугольник где-то. Это должно сработать. А, стоп, нет, значит не вниз. Ну-ка, стой, а мне интересно все-таки вниз спуститься. Ну-ка, давай полезем, посмотрим, что внизу. Что-то здесь спрятано. Сокровище, конечно же. Давай посмотрим. Пиманский кулон в форме кошки. А ящик надо подвинуть. Вот и все, вот и вся премудрость, ребята. Всего лишь надо залезть было. А теперь уже можно использовать веревку. Вон туда надо попасть. Это та самая тюремная камера, про которую было написано. Так. Швыр. Швыряй ты, чё? Оп. И погнали. Погнали. И он сказал погнали. Как я угадал, а? Я телепат, наверное. Ну-ка. Дальше. Полетели. И он не сказал полетели. Так. Куда? Куда? Вниз, наверное, не надо. Давай перепрыгнем. Я думаю, что надо по этой стене двигаться. Куда? Вверх, вниз. Вверх, вниз, вверх вижу. Ой, тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю. Как так получилось-то? Я чуть не улетел вниз. Сейчас бы доигрался уже. Так, а куда? Ну, туда точно не надо. Значит, поехали сюда. Не знаю, глупо, наверное, просто ехать. Куда? Я для чего придумал сюда? Наверное, не надо. Наверное, так не надо. Так. А, все, я нашел, вон. Вон же крючок надо закинуть.
Ну, кидай, 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 давай. Вот и все, ребята. Теперь только главное правильно отцепиться. Оп. Давай наверх, правее. Видел бы это, Сэм. Все четко, лезем, лезем, лезем. Нам надо в ту башню попасть. Так, куда сейчас? Куда, 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 куда выйти? Кстати, видок-то посмотрите, какой офигенный. Море. Сейчас бы искупаться где-нибудь там внизу. Суперски. Так, ну мне кажется, надо как-то... Вот, да-да-да-да. Как кажется, значит, так и надо сделать. Куда, 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 куда? Обойти башню? Что-то прям запутанно было. Всего лишь на крышу надо попасть. И отсюда прыгаем. Давай. Нужна камера на самой вершине. Пройдем. Ага, ну и дальше. А чё встал-то? Ты чё, засал, что ли? Ну-ка, Нейт. Ну, прыгай. Так, ладно, он не хочет сюда. Полезли сюда. Берн повыше. Насладился видом перед казнью. Можем и здесь залезть. В принципе, нам какая разница. Главное же... Главный результат. Залезть как можно выше нам, потому что попасть надо туда. Стоп, стоп, можно по решетке вниз. Опачки-чки. Как? Решетка, главное, чтобы не сломалась. Стоп! Трудно поверить, что вот здесь пираты сидят. Залезть можно? Ну-ка, залез. Стоп. Ладно. Куда мне? Куда? Вот куда, реально? Давай осмотримся. Поразительно, что тюрьма еще цела. Испанцы строили такие вещи на совесть. Не знаю, давай вниз. Скольких пиратов тут сгноили? Давай походим, здесь, мне кажется, можно собрать что-нибудь. Вот сокровище, пожалуйста, пожалуйста. Вы нашли сокровище. Ножичек. И еще лежит. Письмецо. Сегодня вечером повесил первого пирата из команды Эвери прямо на виду у его подельников. Возможно, излишняя жестокость, но она вселила в их сердца страх. После я зашел в башню к заключенным. Жалкие пираты бросились мне в ноги, умоляя о пощаде. Надеюсь, что однажды я услышу эти мольбы из уст их неуловимого капитана. 20 сентября 1696 года. Сегодня, когда я вешал оставшихся пиратов, одному из них хватило наглости предложить мне взятку, как раз когда ему на голову надевали мешок. Все же расплывчатые обещания несметных сокровищ. Все те же, да. Я спросил его, где же мне найти эти сокровища, а потом вздернул его, когда он уже начал отвечать. Не пристало мне слушать пиратское вранье. Не стал дожидаться он. Просто взял его, вздернул. Так, ладно. Интересные письма, конечно. Но и нам надо идти дальше. Стоп, а внизу что, больше нечего больше найти? Как так-то? Комната с одним письмом и больше ни о чем. Это неинтересно. Ладно. Ладно, понял. Нам дальше можно идти. А куда ты? Что ты делаешь? Стоп, можно ниже идти. Да? Ну-ка, сломать. Заколотили. Тут, получается, лестница, скорее всего, была. Заколотили. Так, ну, надо запрыгнуть. Да цепляйся ты. И в это окно выходим. Ай-яй-яй-яй-яй. Выходим. Так звучит, да, выходим в окно. Да хорош, а. Зацепись ты нормально. Чё-то он скачет. Как цепляться нормально? Ну-ка. Вот и все. Выйди в окно. Без всяких затупов. Ну. А как? А чё надо-то? Чё надо? Выйди в окно. Там можно зацепиться, я видел. Блин, похоже, не окно, не этот выход. Давай еще раз пройдем. А, вот, вот, все. Не хотят, чтобы я в то окно выходил. Подтянуть веревку. Давай. Ну, выдергивай ее уже. Еще сильней. Ну, я на ней повисну, наверное, сейчас. Давай. Готово. Как наверх теперь? Ладно, еще раз забираемся. Где я был? Можно отсюда залезть.
Быстрый способ залезть. Куда ты пошел? Еще раз, быстрый способ залезть. А тут был быстрый способ упасть. Ну-ка, закидывай. Или что, как? Или просто с прыжка? Ладно, я тебя понял. Все легко на самом деле делается, не надо усложнять. Буду брать. Это круто. Конечно, круто, а ты как думал? Куда? Ну, цепляйся дальше, что ты? Вот. Вон там, вон в том помещении ждет нас этот козел, который привел нас и говорит, долю хочу. Мы уже почти добрались, у нас, в принципе, цель как раз вот и есть это помещение. Куда? Куда дальше? А, вон как я могу. Так я до самого верха тогда иду. Вот, сюда мне надо было. Камера Бёрна, вот он здесь сидел. Это прямо номер люкс? Что делать здесь? С чего начать? С чего начать? Давай посмотрим. Солнце и луна. В алхимии это золото и серебро. Стоп. Что-то подобное было в письме. Солнце и луна. Ну-ка, что нам это дает? Похоже на часть символа. Вот и вторая часть. Ну-ка. Так. Не пойму еще раз. Подожди. Вот так лучше. А, вот так свернуть, да, точно. Тут знаки зодиака. Стрелочка и какая-то буква М или Т, я не знаю. Это давай. Скорпион. Здесь ничего. Угу. Так, давай искать. А вот где здесь есть стрелочка? А, смотри, есть подсказки на стенах. Подсказки на стенах. Так, стрелочка. Вот стрелочка. Это... Закорючка это 10. 10 получается по римским этим цифрам. А второй символ похож на... Ну вот на этот, наверное, но не тот. Сейчас еще раз посмотрим. Стрелочка 10. Ну-ка еще, может, где написано. А может и вот эта троечка? Ну-ка, давай 10 и 3 нажмем. Где здесь 10? Ну-ка, нашли. Вот 10. Римская цифра 10. 10, нажимаем. Ничего. Ничего. А цифра 3? Как там в письме? Ну-ка, цифра 3 еще. Цифра 3 нажми. Где цифра 3? Ё-моё, вот цифра 3. Нет, не тот. Не то. А может быть здесь? Может быть здесь цифра 3? И не этот. Так, ну-ка внимательнее надо посмотреть. Значит, это десяточка. Десяточка. Где еще цифра 3? Цифра 3 здесь нету. Нет, два камня каких-то всего лишь надо нажать. Ну-ка, подожди. Еще раз посмотрим. Стрелочка и буква М. Так. Ну вот на эту похоже, но не то. Какая из них? Может быть вот эта? Двойка? Хотя она тоже не очень похожа. Вот это может быть, не знаю, 11. Ну-ка давай десятку 11. Или 10 и 2. Ну-ка давай пробуем. Так, где было 10? Где было 10? Вот есть 10. Но на ней ничего не горит. Я ее нажал, походу. Я ее надавил. Так, давай 2 попробуем. И римская цифра 2. Нет. Ну, значит... А, подожди, L3. Ну-ка, L3. Стрелец. И римская десятка. Десятка, я нашел, да. Еще что-то... А, подожди, куда-то показывает. Вот. Знак Скорпиона. И римская цифра... Скорпион. Римская цифра 2. Значит, надо двойку искать. Я десятку-то надавил уже.
Так, двойка. Как, где двойка? Ну-ка. Вот двойка. Она неактивна. Так, повернемся, посмотрим. Вот еще двойка. И римская цифра 2. Ну-ка, надави сюда. Нет. Я что-то упустил в письме? Ну-ка, давай, что мы там упустили в письме? Ну-ка, еще раз. Стрелец и римская десятка. Десятка, понятно. Давай десятку нажмем еще раз. Она всего одна, вот она, десятка. Она уже нажата, получается. И двойка. Ну-ка еще раз, двойку, значит, где-то я неправильно нашел. Есть двойка вот такая. И есть еще где-то двойка. Вот такая маленькая. Стоп. Может быть, на этой стене? Блин, ну куда надавить-то, а? Чё я не так в этом письме прочитал? А, может быть, единица все-таки еще? Нет. Ничего. Стоит свериться с письмом. Ну-ка еще раз, давай записку. Подожди, солнце и луна, солнце и луна, солнце и луна. В чем связь солнце и луна? Солнце и луна. Стрелочка. Где здесь солнце и луна? И здесь в чем связь-то вообще, я не понимаю. Блин, легко же разгадывается по-любому, затуп-то не должен быть. Вот солнце и луна. Двойку, я же нажимал двойку вроде, да? Она неактивна сейчас. В чем загадка? Где солнце и луна здесь? Я что-то не понимаю. Ну-ка еще раз. Так, десятка. Десятка есть. Ну-ка еще раз символы смотрим. Одиннадцать мы искали, да? Одиннадцать есть тут? Одиннадцать. Ну-ка посмотри, одиннадцать есть? Нету одиннадцать. Подсказка, ребята, все просто. В сумме подсказки дают число 12. 10 и 2. Ну я же нажимал 10 и 2. Надо 12, чтобы получилось. Вот же 12. 10 и 2. Крест и 2 четверти. Ёперный театр. Всего лишь одну кнопочку надо было нажать. Вот за туп. 10 и 2, 12. Надо было просто 12, а не две кнопки. 10 и 2 искали. Ух ты, что у нас тут? Благо, тут хоть подсказка есть, ё-моё, в этой игре. Digna factis recipimus. Угу. Дали крест. Вот. Все, больше ничего. Ну-ка, поищи-ка. Больше ничего. Больше ничего, все. Пора назад. 10 и 2 дает 12. Вот затуп был, реально, блин. Все просто решается. Давай, выходим. Надо смотреть под ноги. Сейчас по веревочке вниз. И вниз. Че он за мной повторяет? Что теперь?
Здесь как? Оп! Здесь нельзя было так делать. Так, а куда я должен был... А, может быть, раскачаться просто, и не надо мне туда падать совсем. Да, 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 да. Все верно. Идем аккуратно, аккуратно, не падаем. Спокойно. Спокойно, Дрейк, спокойно. Че встал? Так, ладно, он туда не хочет идти, значит нам туда не надо, значит надо как-то спуститься, спуститься по этой балке, упасть вместе с ней. Ну давай вниз тогда, не знаю, сюда что ли. Все, вниз просто, тихо. Вот так прыжок, повезло, повезло, открывай. Мы, получается, крест только нашли в этой... в этом помещении. Бедное мое плечо. Так, вон у нас ждет уже. Ждет же, да? Хочу в долю. Я с вами. Долю захотел. Долю захотела, а нам куда теперь? Ползем, ползем, ползем. Все старое здесь, надо аккуратно прыгать. Без лишних движений, иначе можно упасть туда вниз. Возвращаемся мы как-то странно, другим путем совсем. Зацепимся. О, нет. Да, все нормально, ты чё? Да, 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 все так. Вот и все получилось. Видишь, как все просто получается. Дальше куда? Дальше опять куда-то поползли. Выше и выше, все выше и выше. Вон птица улетела огромная. По камушкам, дальше куда? Наверное, вниз. Вон он ждет. Все, падай. Добрался. Как успехи? Все Дрейк? Хорошо. Долю захотел, ну да? Сейчас мы с тобой поговорим. Если где и спрятана подсказка, я ее не нашел. Уверен. Ты хорошо поискал? Наверное, я упустил что-то в письме. Вдруг имелась в виду другая башня, которой нет давно. Ну да. А может, чертежи какие остались? Схемы построек? Может быть. Есть какой-то архив. Ага, хорошо. Тогда поищи там. Вдруг чего накопаешь. А я поговорю с Сэмом, он эксперт по Эвери. Может быть, он во всем этом разберется. Ладно, я залезу в архив. Да. Повернись. Ага. Все, опять наручий меня повел. Так. Когда с ним поговоришь, свяжись со мной. Хорошо. Вали. Ринга, если еще раз полезешь в драку, загремишь в карцер. Понял? Надо же, какая экспрессия. Экспрессия, нифига он играет, да? И актер получше. Нормально, ладно. Но он с нами. Ты поэда дезира, кварта де принципианте, верда? Ихо де пута. Ло сиенто, чикос. Это же Сэм. Тенго ке ирме. Клару, те вас, куандо эстас ганандо. Пара ти, Господи, ну у тебя и видок, ты живой? Ну, издержки производства. Пошли. Эй, стоп-стоп. Давай-ка не нагнетай саспенс. Ты был прав. Мы были правы. Сейчас найдем Рейфа и... Рейфа. Ну, только не начинай. Слушай, сам сказал, что это мы нашли. Ты и я. А богатенький ублюдок просто упал на хвост. Сколько мы пытались сюда влезть? У нас были зацепки. Да не было. Вот по нулям. Будем честны, без Рейфа и Варгаса мы б сюда не попали. Да, кстати, о Варгасе. Есть проблема. Какая проблема? Он пустил тебя в башню? Да, да, пустил. Но сперва письмо прочел.
И что он теперь хочет? Ну, конечно, в долю. Черт. Рейф, если кто-то еще об этом узнает... С Варгасом я вопрос решу, не парьтесь. Сейчас давайте обсудим более важные вещи. Ладно, пойдем только куда-нибудь, где потише. Ага. В долю он захотел, да? Все, тут никого. Так, ну и что ты нашел? Охренеть. Крестик, ребята. Можно? Аккуратней только. Хочешь, можно на цепочку надеть, дерево на шею носить. Дерево инкрустировано серебром. Неплохо сделано. Он пустой. Зачем так старательно прятать выдолбленное деревянное распятие? Это не распятие. Формально распятием называют крест Христа. Это не Христос. Да, ни тернового венца, ни гвоздей, но если не Христос, то... Ну ты прочитай. Digna factis recipimus. Мы получаем... Нам воздается по делам нашим. А ты крут. Ну, знаешь, детство в католическом приюте... Святой Дисмос. Да, благоразумный разбойник. Но какая связь? Так, а теперь для тех, кто прогуливал воскресную школу. Ну, на Голгофе Христа распяли между двух разбойников. Один разбойник потешался над ним, а второй, вот этот, раскаялся. Он смиренно принял наказание за грехи. И Христос забрал его в рай. Благоразумный разбойник. Что? Ты понял? Существует собор Святого Дисмоса в Шотландии. А в Шотландии теряется след Эвери. И это не случайно. Нет. Честно, я в вас сомневался, но... Пошли найдем Варгас. Пора уже на свободу. Так, ребята какие-то подоспели. Да, угадаю. Это с ним ты поссорился? Так, с этим мы, по-моему, убились, да? Столько друзей. Мира, я нас ганаста, ясно? Тарде пара влар. Кино сале! Эй, знаешь что? Ту не теметас. Ладно. Так, 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 что понеслась-то, ребята? На. Тихо, что ты творишь? Надо разобраться с ними со всеми. Хорош, 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 хорош. Так, наших не бить. Отвали. Братана не трогать, слышь, говнюк. Я так умею, да, я уже не первый раз так делаю, понял? Это была обманка. Да хорош ты, чё? Ой-о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 й, как же так-то? Сейчас я зайду с этой стороны, ну-ка, 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 где? Вот с тобой мы дрались в тот раз, да? Ах ты! Ну-ка, вы чё вдвоём-то налетели? Еще, еще, еще разочек. Так, давай подходи. Че ты? Че ты? Че ты? Вот меня хватаешь. Надо просто драться нормально по-мужски, слышь? Дурачок, блин. Еще раз. Ох ты, заламывает. Посмотри на него. Куда меня запихнул там? Да ты че? Нет, 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 так нельзя. Ну-ка, теперь я. Мой выход. Ya basta de hablar. Понял? Наш человек подоспел. Кто еще хочет? Алининса! Давай, двигай. ¿Qué es esto? ¿Э? Dame. Ну-ка, дай сюда. Блин, он понял, что я от него утаил. Заткнись! Кем себя возомнил?
Явла Суселда! Метро лос грингас и мия фесина. Я же ему сказал, что типа ничего не нашел. Сейчас, ладно, он будет у нас выпытывать. Что за крест? Деханос. Деханос. Пошел вон. Все, вышли, ребята. Он сам разберется. Ты не торопился. Нас чуть не убили. Еще могут. Варгас? Ты что? О, я ничего не нашел. Может, не та башня? Ну, как бы да. Меня воспитывали монашки. Крест всегда со мной. Смешно. Эй, он же ничего не стоит. Я вам что, идиот? Ты хочешь изменить условия? Ладно, только давай без этой пурги. Убери нахрен пушку. Спасибо. Мы дадим тебе 10%. Немало. Мы делаем всю работу. 20. Без нас ничего не найдешь. 25. Четверть. 25. Что скажете, парни? Ну что, согласен. Ну да. 400 миллионов делится на 4. Значит, договорились? Да, договорились. Хорошо. Но если вы еще хоть раз... Все, договорились. На этом, походу, договорились. Все, он не с нами уже. Господи! Вот и все. Ты что, совсем рехнулся? Хочешь проверить? Собрать! Что делать будем? Надо дальше валить, ребята. Это часть плана! Со мной! Короче, поворот событий такой никто не ожидал. Твою же! Давай, выходим. Маяку. Да выходи уже, в двери застрял. Пошел нафиг. Бежим быстрей. Там что-то было. Ну, зайди быстро. Ай-яй-яй-яй-яй! Все. Не надо останавливаться. Твою. Я хочу зайти, Рейн, посмотреть, там что-то было. Маяку. Давай попробуем. Сказал, а? Будет под ним. Вот так, если быстро пробежать. Оп, на столе что-то было. Нифигашечки, быстрее бежим. Все, ничего нету здесь. Не успел. Ладно, сейчас я не буду сюда забегать. Твою же. Рэй, куда бежите? К маяку. Варгас сказал, лодка будет под ним. Все, прямиком, уходим. Да. Пока они там открывают, надо быстрее свалить. Тупик. Черт, тупик, как в окно, быстрей, в окно. Рэй, открывай. Ну, дергай, быстрей. Все, вылазим, пацаны, быстрее на крышу. Я не вижу маяка. Теперь по крышам мы начали бегать. Валим, жестко валим отсюда. Тю-тю-тю-тю-тю-тю. Быстрей. Ладно, я за леса зацепился. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Там почему он так быстро пробежал, я не смог. Я тоже хочу так быстро бежать, как он. Ладно, вроде пока успеваем. Так. Открывай. Быстрее. Давай я тебе помогу, что-нибудь толкну еще. Что надо-то, куда побежали? В другую сторону вообще поломились. Да бегу я, давай. Куда? Там тоже закрыто. Да что все закрыто? Пошли дальше. Куда? Наверх. Быстро я тебя подсажу. Ну, давай меня не забудьте, ребята. О, черт, стреляют. Надо быстрее ломиться. Быстрее, пожалуйста. Поторопимся. Тихо.
Как так-то? Крыша оказалась непрочная, и мне еще втащили. Вы че, ребята, вы че творите-то? Так, как мне теперь быть? Как мне выпутаться здесь? Я один остался, нет, хотя Сэм со мной. Сэм спрыгнул ко мне, прикинь, вот это помощь, нормально, сейчас все будет хорошо. Ломаем их. Один, второй, третий, четвертый, пятый, получи. Молодец, Сэм, бежим дальше. Дверь закрыта. Куда? Толкаем. Давай быстрей. Сейчас мы в решетку туда полезем. Вентиляцию или что? Снимаем решетку. Ты думаешь, он свалит без нас? Быстрее дергай. Нет, если успеем. Давай, я за тобой. Все будет хорошо, мы успеем. Успеем свалить, так вон они бегают. Повсюду. Пошли дальше. Идем дальше. Вроде можно. Черт, лабиринт. Да, они не хотят, чтобы мы сбежали. Вон стрелять будет сейчас, походу. Куда, куда, куда? Просто падай. Дальше, дальше куда? Вы близко. Берите моя. Так, стоп, музычка началась. Давай-ка сделаем... Давай сделаем по-другому. Без музыки будем. Все по плану. Пока рано радоваться. Погнали наверх. Нас не видят сюда. Тихо, 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 тихо. Как прыгнуть? Давай, давай, товарищ. Мы тут. Вот он. Нормально, нормально, все получается отлично. Давай, прыгаю, прыгаю, опять я долетел, нормально, все. Еще. Ай, че. Тихо, 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 фигарят по-жесткому. Пошли нафиг. Я вообще прыгаю хорошо, ребята, сейчас. Ну вот, сейчас была труба, чуть ли мы с ней вниз не улетели. Че надо? Давай быстрее, прыгай. Да тихо, вы что творите? Сэм, нет. Сэм, Сэм, ё-моё, попали. Ё-моё, Сэм, ты чё? Дай вторую руку. Давай, Сэм. Сэм, не надо, не надо. Нет, ты... Ай, блин. Надо сваливать. Нет, он еще там. Его больше нет, быстро. Плохо, ребята, плохо Сэма потеряли. Нет, не могу, не могу. Его бросить. Нейт, твой брат погиб. Слушай, но он, может быть, и выжил. Нет, ну, же... как хочешь. Да не может быть то, что он помер. Мы же потом с ним вроде как... Сэр. Или Господи. До этого... Ну, начало-то было какое, что мы на лодке плывем. Наверное, это уже после было. Ух ты. Так, надо сваливать. Блин, Сэма подстрелили. Плохо. Да иду, я иду! Надо идти дальше. Давай, ничего не видно. Ай-яй-яй-яй-яй-яй, куда я полетел? Все, вниз. Это только начало. Путь вора. Uncharted, четвертая часть, ребята. Лодка это была в какой-то первой части, по-моему. Вон Лена, все, у нас, не знаю, может быть, персонажи все будут те же. Салли. Эти роботы, которые с пулеметами были. Я их помню. На поезде мы ехали. Все, вся история повторяется. Видишь, как картинка. В горах мы там с вертолетом, по-моему, стрелялись. На поезде вот на этом мы
улетели вниз. Его разбило этот поезд. Висели на вагонах. Потом вот пробирались по разным городам. Шамбала, ребята, помните Шамбалу? Попали в Шамбалу. Кто не помнит, посмотрите серии до этого. Посмотрите, было круто. На самолете летели, когда я улетел, чуть не упал. Чуть не упал вниз, но упал в пустыню. И начались иллюзии, и потом Лена спасла нас всех, можно сказать. Да, и пришел чувак на коне, не помню, как зовут его, он нас тоже спас. Было круто, это были незабываемые три части. А теперь мы играем в четвертую. Пятнадцать лет спустя, офигеть. То есть там еще молодой совсем. Готово. Спустился на дно. Так, судя по сигналу, ты на месте. Груз не видно? Нет, пока нет. А вы ничего не засекли? Ничего. Ладно, поплыву по течению. Понял, будь на связи. Хорошо. Дело в Малайзии, ребята. Ну, об этом уже в следующей части. В следующей серии. Всем спасибо за просмотр. Плывешь? Не, все в норме. Я уже рядом. Еще немного и давай всплывай. Погоди ты. Ладно. Поставьте лайк видео, подпишитесь на канал. Нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить уведомления о новых видео. И всем удачи, всем пока.